Так, мы вступили на мост. Нам предстоит долгий переход. Но не совсем долгий. Вика уже инеем покрылась. Завтра, я думаю, у нас вся культурная программа отменяется. Завтра Вика будет лежать в судорогах и просить меня пойти купить местный терик. Вот фуникулер, на который мы попытаемся сейчас попасть. Вот такие апартаменты здесь шикарные. Вот с таким вот видом на Арктический собор, на Тромсе. На втором этаже люди ужинают всей семьей. Семья состоит из трех человек. Вот мы все уже ближе к фуникулеру. Фелихейсен. Так, вот наконец-то мы пришли. Фелихейсен. Это фуникулер. 1961 год. Вика высматривала, где бы можно здесь подняться бесплатно, да, подешевле. Ну, в принципе, можно запариться вот здесь. Ты там на самый верх не поднимешься, резкая гора. Так, ну и что почем, ну-ка? Сейчас 20-22. 20-22. 20-30 будет. 20-30 через 8 минут. 210 крон. 210 крон с одного адулца. Адулц. 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 Извините, мы из деревни, мы по-норвежски плохо понимаем. Нам очень повезло, мы едем с какими-то коробками. Мороженое. Ну не очень удобно. Ну нам везет вчера. Как на Нордкап вчера. Блин, страшно же было. Кажется, в прошлый раз было как-то резче и быстрее. Да, тут пешком было бы вообще неудобно сквозь такие заросли прорываться. О! У нас просто мороженое. Мороженое? Ага. А вон здание библиотеки.
Не, в прошлый раз как-то так резко дыхание прям захватывало, да? А сейчас как-то мы ползем. А до верху еще далеко, там тебя видно? Огорожено чем-то, ну, чтобы люди, может быть, ходили. Тебя снимает? Да. А вон... Наверху вас ждет кафе с панорамными окнами и чаем за 40 крон, смотровая площадка, гифт-сувенир-шоп. Время пребывания наверху не ограничено. Блин, мне страшно. Ёлки-палки. Ну, я в следующий раз, когда приеду, посмотрю. Страшно тут? Да. Так, ребята, вот мы на самом верху горы Тромса. Вика убежала там, обняла какую-то березу и сказала, что я ее не отпущу. Ее нету здесь. Тут, конечно, обалдеть. Вот там, на самом краю острова, мы живем. И вот сейчас мы в течение прогулки вот так вот через весь город прошли. Вот тут по набережной погуляли. Вон там, где бухта. Прошли через мост мимо Арктического собора. Сюда вон, где машины внизу стоят. И поднялись на подъемники здесь. И вот теперь мы здесь наблюдаем за такой... красотой. Вика держится за какую-то палку и... И, в общем, трясется. Здесь, конечно, просто шикарно. Обалдеть. Я не знаю, как это смотрится на видео, но, конечно, глаза — это есть глаза, их ничто не заменишь, но здесь просто бомба. Еще ветра нет, тихо, ну, конечно, прохладно. Уже вечер, по-моему, 10 час. Супер. Вот тут вот, наверное, посетители клеят наклейки. Что здесь? Словенско. Что здесь еще мы можем прочитать? А больше ничего.
Как вы уже поняли, это место обязательно к посещению. Здесь вы можете насладиться видом на город и окрестности с верхней станции гондольной канатной дороги. Вид захватывает дух и щекочет нервы, но позволяет представить себя на месте коптера. Высота горы составляет 421 метр, и хотя это звучит не очень высоко, могу вас заверить, что это так, особенно если вы боитесь высоты. А вон там колокола есть наверху. Библиотека. Пешеходная улица в Тромсе выглядит вот так. Старинные домики. Зимой мы тут были. Вот апотека один. Зимой мы тут были, но мы тут ничего не снимали. Gift and souvenirs.